Всем привет! Ровно год назад мне провели операцию по удалению аппендикса. После нее я долго не тренировался и были проблемы с пищеварением, поэтому я похудел очень сильно. Мой индекс массы тела составил 16,6, что является дефицитом массы тела, проще говоря, дистрофией. Ну и дрич. Или нет? Поначалу я выполнял легкие восстановительные тренировки. И с апреля начал тренироваться уже с дополнительным весом и с железом, с маленькими, конечно, весами, но пытался уже восстанавливаться и набрать мышечную массу. Летом же я поставил себе новую площадку и сменил направление тренировок. Я больше работал на элементы, на массу и с железом практически не занимался, потому что снимал видео, обучалки на канал. И в элементах поднял, в принципе, тоже неплохой уровень. И вот еще сентябрь и октябрь я опять тренировался с железом на массу. И в итоге сейчас индекс массы тела составляет 19,3, что является нормой. Я набрал практически 8 килограмм, притом видите, довольно сухой остаюсь, значит, сухой мышечной массы. Конечно, еще есть куда расти, в принципе, тут еще даже до верха граница нормы много. Но с учетом всех моих проблем со здоровьем и пищеварением, результат вполне себе. Плюс не забывайте, что набор массы не является моей направленной спецификой, я больше тренируюсь на элементы, и там у меня результаты действительно мощные. Я выполняю как сложнейшие элементы, так и делаю там мастера, даже международника в стритлифтинге. Так что, ребята, несмотря на все проблемы, несмотря на свою херовую генетику, у меня что-то тогда получилось. А значит, и у вас получится. Господи Иисусе, как будто чужой. Смотрит прямо в душу. А на Бусти вы можете посмотреть более подробное видео, где я уже во всех тонкостях описал свое восстановление. Также там вышло видео про YouTube, все подводные камни, у фитнес-блогеров как зарабатывать, развивать свой канал и так далее. Переходи по ссылочке в описании, поддерживай меня и смотри эксклюзивные выпуски.